Ладно, 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 ладно. Так, где Энки? Энки, ты лево чекаешь, я центр. А, Е5, сюда подходите. Выставляете, сразу начинаете бить все, что здесь есть. СТшки, СТшки, СТшки. Все, Давайте, здорово, 6 на 6. знаешь, короче, давай вот сюда вот встаете пока. Вот это вот все сейчас быстренько откидаем. Там одного бата, ни одного, не знаю, там что будет. Может, они будут переть. Просто встаньте вот так вот, чтобы вот эти квадраты все видно было. И откидайте. Потом, если что, город будете заходить вот сюда вот. И накидывать уже им по бортам. СТшки проходим. Блять, аудио у меня впереди на мельнице смотрело, блять, по аудио попали, пиздец. Ну ты сторону забрали. Арта, беги. Энки, сюда куда-нибудь в кусты. Сейфси. Угу. И пятый пока здесь встаете от башки. СТшки, три штуки назад. Три штуки. Вот здесь вот квадраты забирайте. Да, можно вот этот сусок, это упал уже. Его не видно. Эстехи вот эти должны вот это отрабатывать. Сюда перекатитесь, если не видно. Ой, умница. И пятым не видно. И пятый вот сюда работаете, здесь видно. Может, он там еще от всем светить, это может еще это какие катить туда. Вот поле, поле едет, поле. Давай вот этот последний еще туда перекатывай. Такой, распределитесь немного. Че вы встали-то, блядь, стадо баранов, блядь. Три СТшки, сука, в один кузу стали, блядь. Один сюда переедь, блядь. Один здесь встань, один посередине останься. Еще 500. СТшки вот эти вот, я сейчас дальше проеду, зацельте меня. А, Игорь, по-моему, вернулись вот здесь по первой линии. Давай возвращаться. На бусы СССР. Так, вот эти СТ, соберитесь, вот сюда уйдите. А, вот меня, этого стрелять. Отстрелять вот этого. Е5 вот по этим работаем. Работаем, работаем, 907-го. СТхи вот так вот по короткой сюда заходим. О, блин, попасть не могу. 40 до пути. Арта КД. Куда чат? 200, 200, давай. Игорь, а ты уберешь батл? Густяк, да, я сейчас за КД-6 только и уберу, наверное. Сейчас на бок будет блокировать. Хорошо. Задайте СТшек, которые по короткой. Вот эти СТхи теперь поддавили сюда. Не рано. Добрать. Заберу. На гусле 140. 500, 500 на гусле. Батл лайк. На гусле обновил. Ребят. 40 есть. 30. 3, 200, 200. Ну, короче, арта кинул. Вот эта вот кучка, она. Соберитесь, вкатите вот сюда уже. Эти там все забирайте, все, что можете. Все, Е5 работайте. Пару СТшек сюда зацельте. Бат, ты уже 600 можно? Я пустой, 600 можно? Вот 907. Опа.
Ох. 1250, следующий 140. Ты чё врезаешься? Кто по КД, да? Возможно. За седьмой стоит, там же. Я чекну сейчас, вот он. Работайте. На гуслях. Вот бат. Блять, фэншу, блять, мне всю домашку отпиздил. Че, я не пробил его? Так ты встал передо мной, я бы давно ушел. А-а-а. Значит, я не знаю. Рикошет, да? Ну, он бат. Дома пацаны, которые были, заебись, отстреляли. Вот и все. Ну-ка, сколько насветил? Больше, чем я, нет? Да. На 400. На 100 больше. Хрум? Хрум. Чё за хрум? Они еще покруче нас будут. Правда, что ли? Угу. А у меня их своего нет, так что не круче. Да. Они все белые. Во как оно, значит. Бачат. Пролетай сюда. Второй бачат, вот сюда пролетай. Отставить. Е5, езжайте вот сюда. Вот сюда. Батик, просветку здесь даешь, второй батик туда уезжаешь. Здесь одна СТ-шка здесь, другая вот здесь. Остальные все СТ, подтягивайтесь вот сюда. БТ-шка на базе останься. Ну где-нибудь на базе остался, где-нибудь здесь. Так. А, всем бомбу чего ты? Вот сюда, главное, проедьте мне. Бача должен засветить здесь. На ходу, если что, стреляйте, мужики. Я тоже сюда свелся. Бачат один здесь, одна СТ-шка вот сюда, да, прикрытие. Аня, найди площадку, где хорошая почва для ямки. Бачат, а где здесь... А, здесь СТ-шка одна зарядная, забыл сказать. Вот они едут, да? Отстреливайте по возможности. Раздамаживайте. Хорошо получается. И сейчас уедете. А сейчас раздамажили, нет? Или еще есть? 62-го, ребята. 62-го мочите. Набрать его, беру. Хорошо, а теперь отсюда надо вам ходить вот так вот. Вот здесь заезжать. Бачат вот этот, вперед проезжай. Тяжики назад отступите, смотрите сюда. Один, вот этот тяжик останься здесь. Эта СТ-шка давай тоже вот сюда едьте. Вот это забирайте, через низ вот так проходите. Вот это все забирайте, все что там есть. Сведи. Капец, столько квадратиков, вообще ничего не понятно. Вот эти тяжики оттяните, просто смотрите сюда. Бат дальше едет, он светит. Там есть кто-то, сейчас этот бат засветит. Агрессивно, а вот он. Да, слышишь, кто сидит. Что, к базе проходили? Работайте, работайте. Аккуратненько. Эти тяжики подавите вот сюда, у них СТ-шки назад поехали. Вот это вот ребята можно скушать. Нет, вы. Мне вот это надо светить. Обязательно. ПТ-шка вот здесь на контроль. Вот сюда. Левого Е5-го убейте. Вот бачат, например. СТ-шки. Один Е5 сюда, да, отъедь. СТ-шки аккуратненько вот отсюда играйте. Попадать будет сейчас на нас. Ребята, СТ. Тяжики давайте, подавливайте вот сюда то же самое. Тяжи речь, надо речь. Тяжи, давайте, ребят. Попройдем сейчас. Е5, 454. Карту заберите, хорошо, все. 700 Е5, заберите. Вот эти СТ-шки, они выпали, да? Да, они выпали, эти СТ-шки вот на этих заберите. Тяжики вот подтягивайте сюда, а эти СТ-шки вот этих забирайте. Эти СТ-шки сливайтесь. Держите их как можно больше. Вот Патрик, что ты там расстрелом занимаешься? Работать. Подъезжай. 480. Сейчас я обойду, ребята. СТ.
Что совхоз работаешь? Ребят. Вот СТ-шек заберите. Тяжики, вот это, вот это, верхних забирайте. Заберите верхний. Руслан, пожалуйста. Помоги впереди и пятый. Впереди и пятый, Руслан. Быстрее, быстрее, впереди. Вот это забирайте, потому что сейчас они вот так же будут обижать. Вот это вот убирай. 286. 760. 300 доберите. О, разворачивай, Руслан. Дайте я половенький. Тяжик аккуратненько. Вот СТ-шки, надо уже СТ-шек встречать. А куда ты встал-то? Блин, проедь. 140 на гусле. Серж, ну... Молодец. Но у меня лагает что-то здесь жестко. Да, подожди. Мне тоже что-то вообще. Так, совхоз, я к тебе еду. Совхоз, вот видишь их? Стреляй. Пожалуйста, друг, стреляй. Вот, 140 заберите одиноко. 140, 300, 300. Выехали, забрали, ёлки-палки. СТ-шки. Туда надо одно СТ-шки. Там тяжики. Тяжики, они на тяжиков смотрят. Бомбутело, там справишься, короче. СТ-шки с другой дырочки заходим, бьем. Другой дырочки. Вы в чё там играете? Танки. Дырочки. В танчики. Да. СТБ, ребята, все в доху. Как я угадал то, что тяжиков туда отправить? Красава. Помнится, так нас рейды развили. Какие-то или кисы, что-то такое. Так, давай. Где у меня здесь такой батик есть храбренький? О, поедет Митрич. Митрич, подкатывайся вот сюда в наглую. Ну ты понял, да? Все как обычно. Значит, Е5, подкатывайтесь вот сюда. Сюда работайте. СТ-шки, здесь занимайте места. Работайте сюда. Второй бат вот сюда уезжаешь. Значит, попрошу ТВП-шку и 62-ки вот сюда уехать. Вот отсюда работать, вот сюда, если что. Костяна, вот отсюда и пятый, не хватит этой совки, только максимум вот отсюда. Ну давайте тогда едьте сюда, подтягивайтесь тогда, чё. А 62-ка с ТВП-шкой вот сюда с батом займите эти места. Первую линию, да? Да. Ну, вот посмотрите хватит. Там на скелет тоже это, СТ-шки. Дмитрий сюда поехал светить. СТ-шки определиться здесь, чтобы его прикрыть, разменять его полную меру. Обязательно. Я уже Митрич свелся сюда. Я уже готов стрелять. Бачат отстрелять, который светит. Отстрелять. Еще, ребят, еще. Горит. Встал. Ремки нет. Хорошо. Отлично, красавцы. Не надо вам никуда лететь. Видите, не надо вам никуда лететь. Уезжаем. Тяжики вот здесь остались. Эти СТ-шки вот за тяжиками. Ребята. Уехать надо вам. СТ-шки. СТ-шки. Пройдите вот сюда. 4 СТ однозарядных, остальные назад уедьте. Бат уезжает. Не успеете уйти? Да я не уезжаю уже. Дай, френд, Серж, айда за батом. Откуда? На А8 стоит. Лепарда добить. Тяжики, аккуратненько, встречайте. 10 СТ-шки проходите. Вообще захват делайте, чтобы они оттекли от вас. СТ-шки займите здесь положение, чтобы тяжиков не обошли. Вот сюда, прямо приедьте сначала. А хотя вот эти СТ-шки может... Митрич, давай на захват, а эти СТ-шки вот здесь останьтесь, будете стрелять сюда. Их не видно, они тягиваются там, скорее всего. Не, возвращаются, надо поддавить. Да, возвращаются. Тяжики поддавливайте вместе с СТ-шками. Это уже справа кидает. Давайте еще пару СТ-шек захват, остальные... Так, Кракен на подсвет, остальные на отстрел. Надо СТ-шкам на центр уже занимать, Костя. Я хочу их всех убить. Ребят, со всех сторон СТ-шки подъехали вот сюда, вот отсюда расстреливайте все. Зачем захват делаете? Убейте их всех. Да. Вот СТ-шка есть, вот бачатика. Отстреливайте. Чаджики подавливайте вместе со СТ-шками сюда. Как можно быстрее. Арта в засвить. Убейте. 140 следующий. Вот отсюда помогите, вот этих тогда расстреляйте изначально. Не видно. Они же овощи, блин. Вы справляетесь? Да вниз спуститесь, и вот пятый. Отсюда спуститесь к нам, ребят. Спуститесь. Тяжики, разберите вот этих двух тогда. Не, они уже не спустятся, они там на захвате стоят. Не успеют. Пятого добирайте. И все, и вот сюда теперь стреляйте, пока они здесь в свете.
Пока все свете, стреляйте, раздамаживайте. 140, ну, на гусле. Отметил цель. Разных бьете. Это 100, который. 160, ну. Хорошо, вот эта СТ-шка одна зарядная быстренько вот сюда подтянулась. Еду. Быстро. Подсвечивать. Не сюда подтягиваться, а вот сюда, здесь низинка есть. Я понял. Чтобы они не уехали вот так вот. А эта СТ-шка подтянись вот сюда. Половенькая только. Мне кажется, они в яму сейчас упадут и все. Пускай будут. 29. Да, не светят, они их там нет. Вон они. Тяжики подтягивайте сюда. Ну они в город едут. Или вид создают. Тяжики подтягивайтесь. Варлот, останься здесь под свет. Вот этого. Чтобы вот отсюда не пылили вот отсюда. Все верно. ТВПшка тоже из города бы стрелял. Там не видно. 140 на 9 скорее. Доберу. На, уехал. Ну еще тяжики подтягивайте сюда. Вы как бы более фуловенькие, я смотрю. Вас на мясо впускать. Варлот, пообойди вот здесь вот так вот СТ-шку. Чё, блин? Пришлось 10 хп добрать. Да блин, чё меня-то все разбирают? Вот ты последний ехал. Статист, потому что. Где? Второго заберите кто-нибудь. Заберу. Заберу это. 78 заберу. Забрал. Какие-то они не очень, да, пацаны? Да. Ох, не по статке играет, да? Не по статке. Что он там пишет? Не уходите. Я из-за этого... Не уходите с сервака. Мы сейчас своих старших братьев позовем. Они вас пизданут, блять. Зачем? Как сказать? О, на чпоков надо идти. Значит так. Загрузились. Говорю сразу, как чем. Один бачат вот здесь просветочку даешь, второй бачат вот здесь даешь. Третий бачат вот тебе надо вот здесь такие, ну, есть низинка, подсвечивает вот это все. За лупу. Значит, АМИК 30, СТБ, блядь, 2 СТБ стали. Ну ладно, езжайте на горку, прикрывайтесь, слушай, чего этого бата подсветку вот здесь даешь, ну именно вот отсюда играйте пока. А остальные все едут вот сюда, здесь такие есть низиночки, работайте вот сюда. Там где-то 200 был, увидел. Я 3 думал, блядь. А Пакистан был на СТБшке, хули. На центр вообще никто не поехал. Вы чё, блядь, вы разберитесь, баты, нахуй. Да что за спа, это чё за спа, хуйня, да, Анки, блядь, Дмитрич? Да, блядь, у меня вот эта испа крайняя была. Чё это вообще за залупа, нахуй? Вот это что, я повторюсь. Ты сам сказал, один здесь я посвечу, один здесь, я сразу в центр один поехал. Один здесь, блядь. Вы заебись, играете нахуй. Подсветил, блядь. Не лезь уже сюда никуда. СТ-шки, если вот этот бат пускай подсвечит, арта работай сюда. Просто здесь, Митрич, теперь засейся. Эти две СТ-шки пройдите вот сюда, убейте этого бата грёбаного нахуй, здесь никого нету. Мы его просто подсвечиваем. Для СТ. Вот они высовываются там чуть-чуть. 30Б СТБшки засветились? Да. Хуёво. Одна вот здесь за контроль.
Вверх. Арта КД. Блять, Паша, попадай. Остались две однозарядные стежки, остальные стежки уехали сюда. Меняем. Мэл, остаешься, подсвечиваешь. Две однозарядные стежки остались, 140, расстреливайте сюда. Это ММГ и Боброш остался, остальные все уехали, но. Тяжко у них. Просто контроль вот это, вот это контроль. Забитый на того батона. Анки, вот по агрессивнее вот мог выкатиться и может дамаг дать. Куда ехать, Костя? Сюда всем ехать. На гору. Даже не так, а вот так вот проезжайте. Проскакивайте вот сюда. Угу. Блять, да попадайте. Ногу слебал. Анки, пролетай вот сюда. Вот отсюда подсвечивай. АМХ-30, забирайся, прикрывайте. Эти СТ-шки по агрессивнее вот отсюда прикрывайте. Слева бата сейчас заберут. Его, блядь, СТ-шки не светитесь. Бат, отстреляйте вот отсюда вот эту, пока он не уехал. Засветились, да, все СТ-шки? Да не все. Не все? Не все? Вот, давай вот тут подожду. Бачат, остаешься? Вот два танка вот эти остаются, СТ-шки разворот, вот сюда уехали без засвета и побыстрее. Бачата там слили, эти два 140, держитесь пока. Два последних СТ, останьтесь. Я вот сказал этим остаться, и бачат здесь. Домой вернулись, здесь с холма бандит. А, понятно то, что они вернулись. Это вот что за залупа, под мужики, вот это что, вот это, вот это, вот это что вообще? Что за порнография, ну? Как, мы мгновенно тоже не можем переехать? А, 140 едет. СТ-шки все разворот вот эти. Сюда, побыстрее. Анки, уходи. Да, да. Уходи, все, уходи. Там вытягивай вот под эти СТ. СТ-шки собираться здесь сначала. Не светите, соберитесь. В центре выходите, вдамажьте вот это все. Под центра аккуратненько это все. Арта вот сюда полностью сводку делай. Да Бачат, если видишь кого-то тоже. Давайте СТ. Эти тоже две стреляйте сюда. Рассвет. Просто шотов добирайте, пацаны. 400 есть шот. Да все его можете. Не видно. Либо подсвети. Рекрут, подсвети так... просто на горочку от башки, осторожно. Метриш, контроль вот эти, пожалуйста, чтобы они вот по этим не стреляли. Эти аккуратненько. Вот вы в куче стоите опять. Ну, блядь, вы их башку не пробивайте, а сами дамаг получаете. Чё за хуйня? Да вы подвиньте вообще назад. Два раза на гусле 62, добирайте. А МХ-30 вот отсюда высовывайся, смотри, добейте. Дамаж сюда. Ну один-то танчик, зачем вы вдвоем вот сюда смотрите? Ну подумайте. Вот 140. Видишь, магистр едет, например. Вот его, блядь, убейте. Стреляй. Сервера убейте. Сзади выходят пацаны. Все СТ-шки вот здесь соберите, ах, надо вот это выйти забрать. Вот эти две СТ-шки, здесь никого нету. Поехали, вот эту ТВП-шку забрали. Нет, Дмитрий заберет. Вы поезжайте вот сюда. Арта КД. 500 хп там. Блять, смотрите! 358, что? Кракен, да не того. 200, отлично, 200, блядь. Хорошо, дальше. Шотов. От 30-ки бы уже заехали вот так. СТБшки, проехали вот сюда. И от башки здесь играйте. 400 там, вот эти, вот этого шота добрать надо будет. Удачка. Вот эти СТ-шки повыше поднимитесь, надо вот этих прикрыть. СТБшка, вот бачат едет, да-да-да, бачата. 140, 19, добейте.
Убейте 1%, там этот 430-й ездит. Отыгрывайте вот эту стежку, АМХ-30 аккуратненько. Правильно, этот сюда поджимайся. Кирилл, все, гриля сними. Блять, хуёвая игра. Я заберу его. Им на ногу поставь, я кину и там забирай. А, я вам вон вперед поехал. Арта у них, сейчас смотрите аккуратней. Арта у них здесь. Костя, у меня респа самая дальняя была. Нету, там тогда. Че у тебя? Респа самая дальняя, да, ну, я вот два бата стоял. Вообще не поняли, что вы сделали, я вообще не пойму просто. Паш, ну зачем ты? Здесь выезжал, я думал, он сюда поедет, блядь, а я, он сюда поехал, блядь, и мне не, тоже... Не, я вот показал, это. Куда, отсюда и вот сюда. То, что они там тыкаются, это, блядь, пиздец. Я думал, Дима поднимется прямо, подсветит перекатку, типа, ну, думал, прямо вот перед Москвой светить. А он направо поехал. Еще будут бои здесь, на этой карте? А что друг... А. Да, это респа. Хорошо. Чего вы так долго грузитесь? Обожаю ВГ. О, капец. Совхоз даже не грузится. Два Е4-х вот сюда. Один Е4-й сюда. Совхоз, вот здесь есть домик, прямо вот этот. В будке прямо вот просто в него уперись и все. Бачат, просветку здесь даешь. Соточка одна здесь стоишь. Одна соточка вот здесь, в окошке. Я на Е3-м здесь стою. Отлично. 50 БХ-вик вот сюда едут. Отсюда будете плясать. И два Е4 вот сюда едут. Е5. Один Е5 вот здесь останься. Смотри, вот этот. В случае чего, да? И, значит, два Е5 вот сюда уедьте. Вот так вот через низ вот сюда уедьте прямо. Какая там будка-то на железке? Что, дальше не ехать? Вот, будка здесь. Вот здесь будка. Вот здесь. Она одна стоит. А, которая маленькая-то в середине? Да. Вот тебе в него надо просто упереться. Тебя Е4 вот должны вот отсюда прикрыть. И вот этот Е4 вот отсюда должен крыть. Блин, как-то долго. Не проедешь, наверное, нет. Блять, уже не проедешь. Ну это вообще надо. Да не, я проехал, пока мне накинули тут. Ну и хорошо, Е4 пока отрабатывать. Е5 с хэвиком подтягивайтесь вот сюда. Сейчас от этого будем забирать. Сочетаться с ребятами. Ну и фугасы меня сейчас разберут, короче. Да ты стой просто, подсвечивай. Е4 стреляет и ладно. И С4 с пятым идут. Да. Все, поехал, я принимаю дамаг от Е3. Не пробил, блин. Вот они здесь толпой стоят, надо вот это как бы аккуратненько забрать все. Полетели, полетели. Слишком долго, я уже все, я уже шокнул. Ну еще состоит. Ну я здесь то, который дальний. Вот. Они оттягиваются, Костян. Поехали все вперед, вперед, поехали, вот эти аккуратненько. Бачат, сверху надави. Оттягиваться, поддавите их. Четвертый и пятый, нормально, поехали. Нормально, сотка нормально. Стоит. КД, ребята, КД. Их надо окружать, быстрее, Е4. Е4, подтягивайте сюда. Соточка вот это тоже, это все, соточка с центра, поди вот это. Бачат, задави вот это, главное. Под эти стволы не вылазьте. Е4, вот сюда прямо проходите, отсюда дамажьте вот в них. Бачата, бачата, да-да-да, Бадрис, бачата давай. Соточка, подтягивайся тоже. КД. Доберите бачата. Мастер, назад, назад. Вс,
Все, ждите, вот это заберите группу. Забирайте, я сотку пока отвлекаю, пацаны другие. СР, вот сюда проходи, вот так, сюда. Так, тебе прохожу. Хэвик, играй пока аппарата по максимуму. Серф, то же самое. Хорошо, вот это заберете, потом вот этих будете гасить. Так, открой его. Хорошо. Просто бачат едет, бачат, Бадрик, бачат, я смотрите на бачата. Гелик то же самое. Так, четверочку. Долго забирайте вот это. Хорошо. Теперь вот это забрали. 4, здесь просто слева. Сейф. Просто сейф. Бача, здесь что, в жопу распинуй. Угу, я собирался. 507-й еще одно. Отойди вот сюда, пожалуйста. Вот соточка. Здесь справится без тебя. Ну че вы, блин? Стреляю по тем. Сейчас. Не успевай уже. Как вот это в центр выехал? Долго. Подавите КД, здесь, ребята, подавите. Ну все, в ангар хэви. Дмитрий, бат, КД. Сотку надо добирать. Сейчас доберут ее. Сейчас гелик доберет. Добираю сот. Добираю бата. Е4, ребята, Е4. Когда видишь 5? Ну, блядь, Е4 на. 200 хп соточку бы. Кирилл, прикрой гелика. Смотри, подожди. Хорош. Все, сюда тоже закатись. Пускай гелик сливает, сюда закатить. А, ну хорошо, давай помогай сюда тогда. Там справятся. Их 4 шот. Ой, шот, он там косарь. А все уже. Он двоих нас разобрал там, стоял. Ну, агрессивно сыграли, агрессивно, ничего не скажу. Должны были они давить, начали давить, ну. Че, победили? Кто папка по дамагу опять? Победили? Ух, не знаю. Так-то пацаны у нас сегодня нихера вообще нормально. Две разграбленных провы потеряли мы. Мы потеряли провы? Две. И обе две разграблены. Что-то, видимо, не понимаю в этой игре. Т-32, останься вот здесь. Прикрой ЛТшку. ЛТшка подсветку даешь. А в принципе, чё? 90-тик, Игорь. Давайте через низ вот здесь. 54-ка одна, залетай вот сюда. Если что, тебе дети две помогут. Другая 54-ка, улетай вот сюда. Т-302 пока здесь стоишь. Остальные троечки вот здесь стоят. Вот здесь стоят. Сверху. А 50-100 скажу сразу, снизу стоит, вот здесь. Не светишься. Если на нас тройки здесь вкатывают, ты вкатываешь тоже, раздаешь барабан и сливаешься. Все как нормально. Барабан должен быть полностью с пробитием. После первого не сливаюсь. Отлично, вкатывают. Вот отсюда. Попробуйте. Кирилл, уйди, попробуй вот через домики. Раздамажьте их и потом попробую. Уезжайте ЛТшки. Хорошо, троечки, надо занять здесь позицию. Вот это все. Я не пролез, надо. Я не пролез. Пролетай. На толстой ЛТшки обычно. Вот эти. Попробуйте отойти вот так по Т-32, чтобы это вас не слили. Сейчас троечки займут здесь места. Пускай они давят здесь, пускай. Т-32 остался, 54-ка тоже аккуратненько. Засветитесь просто их сейчас подсвечивайте, сейчас троечки вот здесь зайдут. После я выхожу. 50-100 вот сюда сразу лети, без проблем. Андрюх. Вот отсюда будешь работать по ним. Тут с балкона-то получше будет. Костян, я там выход закрыл, короче, задний. Угу. На центре. Вы сбейте чехты на пацаны, а? Хорошо. Да ты что такое-то, а? Не пробил, прикинь, CDC. Я тоже крит в него дал. Как так, попадание просто. Пакистан остался, здесь один ЛТшек наших кроешь, остальные троечки... А, ну и пускай Бадрик остался, Андрей, поехали вперед вот сюда. Андрюха, первый не летит, ты картонный. Вдруг что не так, ты даже... Ты на КД же ушел? Да. Ну все, КДшься. Там Игорь подсвечивает, Паша, можешь отсюда уехать, Игоря оставить одного. Попробуй уехать. Ну, смотрите, сейфти меня только. Ну вот у тебя две троечки стоят, еще третья подъезжает. Еще Т-32 вот отсюда. Эти бы троечки попадали бы, еще цены бы не было, блядь. А, Паша остался вот здесь, подсвечивай.
Троечка, троечка, видишь троечку? Да блин, почему попадание без дамага? Раздамажу, попробуй раздамажу. Раздамаж одну троечку. На после. Еще раз. Хорош. Хорош. Подсвечиваю, подсвечиваю их, мы будем работать. Александр, давай на эти доки подожмусь, я тут без дела. Из Т-3, видите вот это? Мочите. О, 90-ка надо прикрыть, Т-32, 90-ка прикрывай. У тебя задача. Переезжаю, переезжаю, переезжаю. Ой, я что-то вообще снубил. На гусле. 90 не простреляли. Поезжает. Вижу, вижу. КД. Паша должен забрать. Костян, может я по низу сюда пройду? Попробуй. Его расстреляют. Кого-то поднимаю. Т-32-ка может уезжать уже? 90-ик, подсвети поагрессивней, Паша. Аккуратненько. Андрюх, тебя там расстреляют. Маск, вот отсюда уже по центру даю. Да не, Маск, не надо по центру. Пускай Маск стоит, сейчас троечки еще поедут вперед, и мы тогда да, вообще уже пойдут. Может не увидят? Я вроде далеко там. Увидят, уверен. Вот, я не пробил, что тайна с голды, что за бред? Паша, Паша, жопа горит, вперед. Я прям по линии попробую сейчас. Мне бы вот этих подсветить как-то. ВК перевернулся. Сейчас еду, еду, Костя. А можно троечки скатиться и вот здесь заехать, диагностику? Ты сможешь. Мне ребят, вот этих надо подсветить сверху. Ребят, попробуйте DC заберу. Да, Т-32. Ребят, ВК перевернулся. Да, я его вижу, могу забрать ВК. Я на гусле стою, блин, он стреляет и стреляет сюда. Неугомонный. Сейчас ВК доберу, короче. Нормально потухли. Что-то они как-то слабенько игры, слышишь? Да. Я из этого клана к вам ушел как раз. Из этого? Да. Ой, ой. Ой. Ну, кстати, они как-то слабенько сыграли, честно. На десятках хорошо играют. На десятках они нормально играют. Ну, с учетом того, как я комлю, мы их выигрывали на десятках. Да, выигрывали, я знаю. Помнишь? И проигрывали тоже. Ну да. Там 1-1 в тот день счет был. Ну да, с учетом того, что Кирилл в принципе не полевой. Да. Как бы так мимо проходил. Просто, это знаешь, как есть такая пословица игр, новичкам везет. Ты про дурака имел в виду? Ну, дуракам везет. Ну, какая разница? Ну да, суть-то почти та же самая. Я просто не оскорбил, а ты оскорбил. Не, я просто это... Что скрывать-то? Впрямую просто говоришь и все. Ох, как здесь-то играть на восьмерках. Рюкать гору. Да. Дрюкать на гору. Мы на гору не едем. То же самое, что на десятках, что-то. Т-32, вот здесь остался один. Одна ЛТшка. Кто такой светлячий, вот здесь остался Игорь, например, да? А остальные ЛТшки вот сюда проехались 50-100, пока. Э, что-то подожди, все стоят или нет? Да. Ау. Я что-то глюкануло, бля. Две троечки упали вот сюда, остальные троечки вот так проехали по рязкому. Что мне тупо вот это, да, чекать? Нет. Ну вот отсюда тебя чекать. Ну да, да. Нет. И ты здесь стоит Т-32 вот здесь. Ну, в принципе, Т-32 может сейчас посмотреть сначала вот сюда, потом центр. Потом подъедешь. Хорошо. Две троечки надо вот сюда потянуться. А, ну три поехало. Не, а со мной-то кто? Я что, один там поеду? Один едь. Там никого нету, кстати. ЛТшки, отстреляйте, отстреляйте по возможности. Т-32 назад, правильно.
возможность стрелять. В горы стреляют. И все. На и горке. Остался здесь. Как он пробил-то меня так? Башку прямо. Хорошо. Одна 54-ка, уйди вот сюда, пожалуйста. Уйду. Кирсяча, кто может, подсветите? И вот отсюда надо будет тебя как-то просветить чуть-чуть. Троечка, да? Вот, правильно, да, где-то оттуда. Сколько там троек? Две. Маск, блока. Вот вниз блока упадывай. Тут. Вниз падай, что ты творишь? ХП свое сливаешь просто за бездарно. Я не успею уже. Ну и тебе не надо было вот здесь так хорошо стоять. Две ЛТшки отойдите вот сюда, вот это сейчас будете забирать аккуратненько. Ага, здесь горы вам напихают. Можешь захват? Троечка, давай один на захват, да. Бля, это облако зайди сейчас, короче, меня зайдет. Вот оно. Я тебе помогу. Сейчас зайду. Я погоди, давай назад. А блин, назад тебе никак. Сейчас я подожди. На катке 54. Дайте дрочки на захват. На захват. 54 с 90-ком, вот заберите здесь лучше. Забираю. И заберу. Дайте троечки на захват. Обязательно на захват. Там избитие по полному. Производить стараться. А нет, хату. Хорошо. Алташек забрать здесь 2 на 2. А, Паша, я же попросил. Я его размотаю. О, 32 добил. Тройка едет назад, блин. Ну хрен с ним, пускай едет. Забирайте вот здесь, постарайтесь здесь, мужики, забрать. От людей заберете, будете красавцами. Троечки, здесь тоже полностью сейф. Пытайтесь, мужички. А там надо дождаться, сотка зарядится и пиздаем придут. Сотка 33 секунды КД. Алташечки. Одна алташечка. Левого, Бетрикс, левого, бей. Слева, слева в прицеле. Пакистан там слева в тебя стреляет, ну хрен с тобой. Паша, забери его. Ехал бы на него, забрал. Тупо отдался, зачем? Да я не хотел, чтобы он к сотке приехал. Да какая разница? Сейчас приедут все равно. Блять, ровно идем с ними. Аккуратнее было себе. Сколько у сота хп нашей? Вот. 140. А у тех что? Один шот на 1800. По-моему, или 300. Пытайся, Андрюха, пытайся. А, да, 800. Блять, хуёво. Да, блять, без урона проходит, гусля. Не трать просто так. Шотная троечка. 300. Блять, Андрюха. Да это что такое-то, а? Сколько снарядов? Один? Один. Хуёво. Да беги от него просто. Беги, да. Просто убегай. Захват встаньте вдвоем. Здесь затащили красавцы. Ребят, перекур 5 минут. Перекур, да, после пятого боя хотел перекур сделать. Просто его кружит там, я не знаю. Не смог. Ну хорошо. А тут некуда бежать-то. Сейчас Алташка еще першенька заберет, нормально будет. Да, Кирюхе надо было лучше на этот ехать вот сюда. Да погоди ты, сейчас он першенька заберет. Хера себе! Это что такое было? Что перед ним было такое, что он меня сразу увидел и стрельнул? Нет, это баг, короче, был этого, как его. Короче, он тебя просто засмотрел хуёво. А, пойду покурю. Вот же бред. Курим 3 минуты. Блять. Кусай, хули, мы постоянно угорали над этим. Mm-hmm.
Чупа-чуп с пельмешкой, соси до мяса, этот что ли? Вначале эту заставку делаешь, короче, соси кусай, потом наш бой хули под эту I believe I can fly, блядь. Че, мне так же? Я упырюсь, нормально, засвечу все. И умру. Давайте. Короче. Игорёх. Да-да, я понял. Я могу. Готов уже. 54-ка сюда. 90 вместе с ФЦМ-ками. Сюда. Троечки. Поехали вот так вот. К Игорёхе. Ты на эрке, что ли, поедешь? Вот здесь, сначала вот здесь встаньте, вот здесь встаньте. В наглую просто все отстрелять, все, что там видно будет. И уже надо разобраться. Спарта. Он R зажал, короче, пацаны, все. Мы его потеряли. Просто даже в наглую вот здесь. А мы с фейтисками здесь справимся. Чехлов, катка на нас, как поебали, ебало. НФС-ку напоминает. НФС-ку? Давай, Игорь. С Counter-Strike'ом. Ну. Чё ты, на, вот, смотри. Вот в катках. А чё эти раки вот здесь поехали? Давай этот захват сделаем. Через блок все дела. Тяжики вот сюда, в наглую. ФЦМ-ки 90 вот так вот проходы. Походы. Кирилл, отходишь там. Вот сюда. Вот отсюда будешь сбивать базу. Да, вот блядь, здесь такая низинка есть, можешь сбивать. Надо было чекнуть, я бы CDC втащил. Да, окей. Можешь еще кого-нибудь домой на сбивание? Не надо, троечки, давайте вот сюда. Кирилл справится, я верю. Вагон сломал, короче, если что. Да Кирилл еще всех разберет, я тебе говорю. Не торопись, 90, сейчас троечки вот так подъедут вот сюда. Вот сюда. Есть свободные люди? Будут иметь. Куда, Рома? Сколько? Мы все свободны. Прикрывай. Сейчас зайдем. С игуанами. Сейчас зайдем. Сколько человек? 1 на 1. Можно 2 на 2. 2 на 2. Ну гу. Вот, мы 2 на 2 будем. Нет? На гусле шестерка откидали быстренько. Так что можно? Только на гил попал. Заебись, я не светился даже. Маск, ты светишься? Что ты съехал? Нет. Я вот вообще засветился. Рома, пусть ищет. Пусть ищет третьего еще. Да пусть 15 рыл ищет, да и все. На гусле сиди, кидай туда же. Блять, не зашло, по-моему. Костя. Надо съезжать на гиле. Уходим? Да, конечно. У нас опять Андрей чё? Маск не поехал, да, Пермалек самый умный. Паша, оттянись на фэцику, фэцики сейчас будут алтышек мочить. Ага. Все, я врываюсь, короче, к ним сзади. Давно было. Не ломай дом, Паша. Ну и хуй, сейчас будем с ним стоял возле торчить. Паша, сюда тить нас прикроешь. Ты уже все пиздец там. Кирюха. Кого? Да блять, да я не свечусь, да вы ебанули что ли, дебилоиды, сука. Сидика видно, нет? У тебя лампочка-то есть? Мы сейчас конечно подъемся, есть. Блядь, мужики. Просто упали. Да это, нам либо вкатывать надо, либо чё, блядь. Да, блядь, меня уже не послушали, мне уже похуй. Веришь? Да, нормально, 1600 хп еще держу. Костян, лисы, кавалерия едет. Едем. Какая кавалерия? А? Кавалер, блять. Эти сука питовые меня все ждут, нихуя. Слышь, кавалер, добери шот на тройку. Доберу. На катке на кость. Он, кажется, меня заметил, пацаны, подождите. Паша, прикольно меня сейчас на угол будут вкатывать меня. Ой. Хорош. Я не хотел. Он, да, кажется, меня заметил. Там еще две. Ух, ебать. Кирюх, у тебя проблемки, беги. А что там? 200 хп, 200 на катке, хп. На катке, Анки, 400, поехал, на катке. Пиздос, я без быка, нахуй. Да похуй. Слава яичкам, хоть кто-то заметил его. Слава яичкам. Говорит, сейчас еще насосем потихоньку разъебываем их. Или чупа-чупс не хотят. Сука, хорошо, жаль.
Кирюха там с СОМ третьим смог в натуре кавалерия. Паша барабан там выкинет. Он его заметил. Там уже типа. А, твинк, твинкота это. Да какая-то рукожопая хуй. Я ворвусь. Кирюха затащил бой. Это я затащил. О, ничего себе, фальшборд. Затаранившись. Да я. Да херман. Сука. А там еще последний, бежать. Топись, сучка. Сказал топись, блядь. Еще один, блядь. Компенсация. А что, он не может стрелять. Блокируй энки. А я сам не пробил. Дави его, короче. Я утопим его. Я пересечу. 50 тонн. Все, Кирюха, пошли, я даже не покурил, блядь. Говно танк. Давай, Игорь, короче. Да-да. Не то, что там совсем вправо понимать, а там можно, короче, прямо поехать. Ага. Лучше вес в говно. Одному желательно все равно заскочить. Вот я выстаю. Но главная задача, чтобы вы не отдались бесплатно. Вот это ваша главная задача. Че, поехали по бою там, че? Сейчас я загрузился. Так, короче, смотри, один бат сюда уходит. Два бата гору берете. ЕТ 113. Вот отсюда играете прям понаглее. Все советы отсюда играете на главе. Я гору, бат. Я тоже. Мышка что крыть? Мышка пока здесь. Понятно. Если что, Сега, ты смещаешься левее и работаешь сюда. Угу. Здесь бат просто чек, что там проезжает, не проезжает. Не успел. Советы гол по КТМ, короче, ну типа по возможности. Много. Я не успел. Разбирайте. Все, в катку. Работайте. Следующий, вот там сколько там, 800. Давай, найс. Минус 2 у них, да? А, с маяка. Не вижу. Бат с маяка. Я же накатываю. Я понял, вот этот бат и 50 б соединяйтесь, убивайте. Два бата на маяке. Арта светится, заберите арту. Ай, не попал в нее, ё-моё. Аккуратно, сейчас его больше. Руслан, просто под рентген встань вот сюда. Да, я так и хочу. Почти баты, хп, забираете можно? Баты. Маячок, можно свет? Жень, у меня 10 секунд. Вы готовы сюда отстрелить? Угу. Арта, работаешь только вот по этим мысли. Не подставляйтесь под бата. Ну чё я? Сам не ждал, что ты меня... Арта в КД. Заберу. Печаты, забирайте. Давай на КД, по-моему, должен быть. Не заберем. У меня одна пулька. Вышка, помогай. Я подъезжаю, ну. Давай. Кил, у него либо один, либо на КД. У меня один остался. У меня тоже один. Дал. Отдайте быстрее, заряжайтесь. Там бэшка, он еще едет. Ром, вкидывай в ТЖ. 215 бесплатно едет, сейчас бы все. Отлично. Баты, да заходите в жопу уже. Никогда. Да мы КДшимся. Так успейте. ФВХу, отлично. И пятый класс. 140 поставили, 490. Вот это вся толпа в КД и сзади заходим. На гусле. И пятый, бейте. Элик, прямо у тебя поселили два танка. Танки не теряйте.720. Более целые, аккуратнее поддавите. Бат, не торопитесь, баты. Сведитесь. Я заберу. Все, 140 забирайте. Все отлично. Пулька есть. Что ты не лезь в 113-й, что ты, зачем лезешь? Эх, Саня, не подставился бы, один танк оставили бы. Дайте проехать. Ну чё ты, зачем его толкаешь? Дай бомбачок. Кто, я что ли? Не подставился бы.
Ну да ехать, чем там больше танков было. Заедет, чем два быстрее барабана. Мы убьем. Да я хотел забрать фраг, блин. Надо было забрать. Эх, маворики. Это основные УАТы или нет? Да это вообще нет. Какие-то УАТы. Это вообще, вообще, короче... Сестры какие-то так. Там, каких-то братьев, короче. Все ясно. БС, едем, нет? Поехали! На РУ-1, ой, да, да, все, отлично, поехали. Рушка вот сюда, сразу поджимаешься. Ты облечёнки вот сюда на балкон отстреливать, это что рушка сейчас подсветит здесь. Либо здесь, либо здесь. Тяжики по низу вот сюда-сюда быстренько попушиваем. Одна 32-очка, по крайней, по нулевой. Вот сюда работаешь. Тут от головы можно перелев заебись играть. Облак, короче, если не отстреливаете ничего, просто группируйтесь и сами работайте вот сюда под балкон поджимаетесь. Потом посмотрим, что по ситуации там, кто где подсветится. Главное не дать нам, ну, главное не дать им на замок туда поехать. Без просвета. Рушка, вот тут, короче, камень есть вот этот вот большой, который. За ним можно, короче, нормально ныкаться. И от этого, и от этого. Облако, короче, вам заебись надо стрелять там. Угу. Облако, работайте. Ой, сорян. Все, тяжики влево и... Фокс. Рушка, стой, умоешь. 32-ка здесь останавливается? Не-не-не, 32-ка вот отсюда походит также вот здесь, в лев. Тяжиком, короче, пойти начал без света попробовать. Все, этот. Лтехи стоят. Все, тяжики запушиваем вот сюда, заходим сразу и убиваем. Вот это 32-очка, короче, останешься вот здесь, а снизу будешь играть вот сюда. Потому что если они будут поджиматься, ну, с внешней стороны. Олы подсвечивайте, работайте, рушка у нас умирает, да, сейчас? Рушку разменяйте как можно побольше там по хп. Тяжики, поднимаемся, поднимаемся, одна тысячка здесь осталась только. Все понятно, вправо развернулись, работаем. CDC 1400, который вверх поднимается. Блять, в каток. Латахи снизу упали, зашли вот это, скушали быстрее. Тяжики откатили назад, вот сюда вниз-низу. Тысячу работаем. Маск, короче, жопу назад не выкатывай. Так же стоишь. Тяжки вниз чуть-чуть откатили. Лтехи, сможете там убить твоих тяжек? Можем. Все окей. Ты цедвочка вот это снизу сагрессируй вот сюда. Можешь балкон увидишь, либо вот этого. Я сидел. Все, атаки пожимать, тяжики пошли в атаку. Блять. Легкого. Не вижу, не зенит от меня. Четыре надо убирать. Бля, мезгры, которые сидит, кипят вообще по-черному. Не вижу его. Берите четыре. Облако следующего вот сзади, который ФЦМ 700 ФЦМ надо выбирать. 130 можете кто-нибудь дать ассист? Дам по 750. Пусли. Отлично. Вообще нормально, я ноль не стрелял. Ага. Ты на тяже был? Ну, ну 32. Ну мы натанковали нормально там, типа сагали на себя, типа в этом, ну была фишка. Попадал, да? Нет, вообще не стрелял. Все время ехал. Смотрите сюда. Два Е5-ых вот здесь стоят, вот здесь. Смотрите банан. Е3-й банан прямо в наглую, едьте, светите здесь, все что угодно. Соточка одна вот здесь стоит, в окошке. Другая соточка здесь стоит, но от горы не получай. 140, вот именно вот здесь есть такой домик. Вот тебе надо сюда просто в него упереться. Один Е4 сюда вот.
2Е4 вот отсюда контролят. А остальные Е5? 2 Е5, 2 здесь стоят. И 2 вот здесь стоят. Домик, который по центру поляны маленький? Вот здесь, да. На ЖД. Между Е1 и Е2. И вот здесь сейчас стоим, пока с урога не светимся. Е3 прям проходит, да? А, один, другой Е4 вот здесь остался, смотришь сюда. Прямо вот прижимайся, прямо прижаться тебе надо, Мироникс. Тебя Е4, ты... Давайте все 4 тогда работайте сюда, насрать на ту. Банан, да, Маск, аккуратненько. Вот, Маск, зачем ты вот сюда поехал? Я прям едь, нагло свети. Я сказал, вот здесь стой, свети вот это. Всем привет. Да. Пошли из того сорога прикрывать его. Мирамикс, угол света не справа. Мы сейчас просто за бесплатно отдадим. Нету никого? Просто стоимость и смотрим. 50 бэх. Давай к бачату, забирайте горочку. Похоже на ЖД пусто. Эй, тоже. Ну и хорошо. На ЖД пусто. 2 Е4 вот сюда. Вот этот 140, давай вот, подожди. Е4 подкатывайте сюда пока. А ты 140 вот сюда проедешь. Ага, не надо, не надо, не надо, не надо вам, не надо, стойте так же. Сталин, смотри, только на тебя. Соточка, не получай там гелик. Там можно же стать так, не все. Получать. Уйдите с горы, уйдите с горы. Вот, если что, Сталин, отойди вот сюда, вот отсюда просвети. Вот отсюда, нет, с этой... Сталин, вот отсюда свети. Да, вот отсюда смотришь сюда. Там видно, если они едут. Или либо сюда, либо сюда. Вот 57 хэви и 50 и хэви. Короче, 50 бы и хэви. Вы смотрите сюда полностью. Эти Е5, чтобы увидели, либо им отворачиваться сюда принимать, либо им... Отсюда светят уже. Хорошо, вот этот Е4 отойди вот сюда. Я повторюсь, Е4 подъехали, 140 сюда уже должен был проехать. Уезжай, уезжай, все. Е5, прикрываем вот сюда. Будем сейчас сюда все работать. Сейчас 50 на нас выйдет. Так, вот, выезжает кто-то, да, барабан раздавайте сразу. Сотки. Может, мы с Кракеном сюда подойдем? А, свернула там. Сзади, сзади. Все, аккуратненько принимаем. Хорошо, хорошо, давай с тобой, Сурога, работаем, работаем. Е5, эти два принимайте. Е4, правильно, откатите сюда. Так, соточка к нам, да, Кракен тоже к нам. Не пробьют ее. Гелик, вперед, пойди. Ну ты, я пошутим тебя. Давай, давай, давай. Здесь аккуратненько принимай, Е4, правильно. Здесь Е3 держи. Пока. Рекорд, проходи. 140, вот сюда проходи. Вон, вон. Блять. На Е5 фугас режимный был. Да ну нафиг. Ехали на хэвика все. Да, Е4 там давите. Е3 стоит пока? Е3 стой, конечно, ты смотри, перед тобой 4 танка. Ну они все писились уже. Е5, поехали вот сюда, с соточкой вместе. Там Е4 задавят, а мы здесь. Не дают уйти. ВПХ уходит. Башки тоже уходят. Надо этих двоих забирать. Банан давит. Нет, банан давит. Понял. Соточки вперед, Е5 вперед, все вперед. Банан давит. Ты назад не откатывай. 140, играй сам там. Маск, еду тебе помогать. Все, банан принимаем? Ну и все, да, да, банан, да, все да, да, еду тебе помогать. Хейвен, ага. Быстрее еще надо вот это вот убивать. Тай, правильно, правильно, держи этот край. Ты держи, его не держи. Догонишь, Маск, я тебя крою сзади. Да нормально пока, давай, давай. Сейчас можно будет дать шот и потом их задавить. Нет? Да, 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 можно задавить будет сейчас. Так, давим тогда, что? Давай, я третий там протанкует.
соточку. Доберешь левого, да? Да. Мод же левого забирай. Прикрой Е третьего. Вперед, третий. Е пятого. Я его это, контрю. На гусле. Забрал. Они сейчас с горы справа будут стоять. Направо смотрите сразу. Сзади два, да. На базу спускается. Не спускается, да? Лучше добейте их, чтобы у них техника заморозилась нахуй. Лишь бы они тоже нам никого не заморозили. Они на горе что ли еще? Они могут здесь отъехать. На нулевой линии. Да, тоже кажется. Мах, не лезь. Сейчас подождите, мы спустимся к этим. Все, сейчас базу возьмем, похоже. Не надо базу брать, забирайте, добивайте их. Пошли добивать их, ну. Конечно, морозьте им технику, чтобы они больше не нападали сюда, нахуй. ВП-шку забирай, Тай. Свою бы лучше не морозили, блин. Они в КД. Смотри, аккуратно. Тебе надо одного принять. Обходит. Тебя один обходит. Черт, выходи на него на этого. Смотри зад. Дай, вылазь на этого. Я говорю, уже смотри зад. Руслан, ну тебе застал. Он не выехал. Не выехал. Под мой выстрел не выехал он. Жаль. Давай, Сурога, прими его. Сука, на чё они надеялись, блядь? На раш. Через горочку. Они это и сделали, только бесполезно. Да, мы их приняли хорошо просто. Это всё. Это 2.90. Гранфинал, короче, подсвечиваешь водичку, ну вот, катаешься здесь тупо. 1.90, 13.90. Остаешься на базе его прикрывать в катку, либо, ну, вот здесь снизу, если на это будут вкатывать. Все, остальные ЛТХи по дефолту встали, короче, тяжики подкатили сюда. Типа, пока в приём хочешь. Долго загружусь, где мне встать? 90-ку одному на базе, короче, ага. А ганфинал подсвечивает это. Троечки ага. По дефолту под голову поджимаются, а все остальные ЛТХи здесь слева стали, короче, приготовились. Будем играть то же самое, как с той стороны играли, вот обычно играем. Типа в катку массы по дальней и этот, тяжики здесь подпушивают. Мне надо на Б3 встать. Вот куда снова поехал? Вот объясните мне. Воу. Воу. Прости, Паш. Что тут так встали прямо? Да мы здесь должны, да, типа. С нами снова должен быть еще. А, все, ёптать, на станках-то больше нет. Че-то я переебался. Мы это, мастер, не упаивайтесь, просто пока в катку должны будете встречать. Все, гранд-финал, тебе жить там и по максимуму светить, короче. Этот квадрат и этот квадрат. Ну вот, типа отсюда. Че, поверху вкатывать тяжики? Да, похоже. Еще если одного двоих подсветите, будет нормально. Так не поедем, пизду. Все, поехали, по внешней. Гранд-финал, уходи на 90-ка, 90-ка, помогай гранд-финалу. Надо облако забирать. Обла забираем, 1000 хп, а потом тяжиков работаем. Блять, меня с этого мочит. Все, тяжика наверху добираем, 500 хп. 90-ка, прикрывай. Да я на КД меня разобрал. Сверху, засвечение, хрена. Тяжики живите по максимуму. 500 хп верхнего. Паш, ты бы с барабана лучше того добрал. 90, ты чё? Охренеть,
Сталин против двоих живет. Один секунд. Конечно, они по мне разведились. Шоурет, подтяжек он работает, блин, не доставляйся. Хорошо. Ну хорошо, все. Все, 90 живет, Руслан, приезжай к нам сюда. Ищем последнего тяжика, расчехляем его, короче, потом... Мы ищем, он на центре. Артав засветил, ты у меня уже. Ну вот, ты дома у нас. Убиваем тяжика, сейчас к ним на базу заеду, расчехлим тяжика в центре. Давай-ка вот, наверное, вот эта банда, вы там поживите немного. Да, жить надо, так-то опасно, что по ХП. Блять, сводился, и кто-то его ёбнул. Сноурд, прими от него. Не надо, не понимайте. Мы его чихнем сейчас. Я уже заезжаю. Вкатывай, Паш. Или ты когда? Нет, смотрю. Облако упарывается. На меня, Кирилл, уходи. Все, понял. Я не ушел. Эй. Ну ладно. Когда-то я был в игуанах. Бах. Но у них хотя бы зубы есть, у тритонов-то нету.